Понятно. Эстафета цивилизации. Ну да. Да, конечно. Да. Это очень такая сейчас популярная идея, да, расхожая, да, скажем. Да, и он оказался прав. Когда он ее написал, я знал историков, с которыми я беседовал, которые плевались и говорили, что он там выдумал. Есть государство, никаких цивилизаций не существует. Представляете? Вот так вот его отсюда. Ну, это неправо. А неправо, неправо. Но совершенно такое... понятно, есть христианская цивилизация, мусульманская цивилизация, они индийская неправы, цивилизация. Но вот... Дальневосточная цивилизация, как бы у них разные приняли. Идеологии, я разные вот религии. Я беседовал с Леонидом Григорьевичем Лавашовым, который создал Академию геополитических проблем. Угу. И вот да. Убил Иван Грозный наш. Варвар! Варвар! Убил 1200 человек за все время правления. Да, но зачистил. У него все стали холопами. А вот в Европе сколько не убивали, они убивали просто таких, которые немножко не такие, как они. Ну да. И хорошо. То не все. А вот Иван Грозный убил всех. Почему, почему? Просто больше было некого. Да, а да. Вот режиссер мне крутит пальцем. Одобрительно крутит пальцем или неодобрительно? Он говорит, время. Неодобрительно крутит пальцем. Ладно, а вот тогда возьмем Столетнюю войну. Крутить пальцем, что конец сейчас фильма. Последнее. Да. Вот почему закончилась Столетняя война? Всех перебили. Так. Не нашлось ни одного мужчины, способного поднять меч. Понятно. Не осталось мужского населения. Товарищи, это... товарищи, вот на нашу драку еще приходите посмотреть, мы еще когда-нибудь подеремся. Подеремся обязательно. Да, всего доброго.